Всем привет! Я вас рада видеть на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья. И в этом видео я вам хочу показать, что я приобрела и заказала для себя по четвертому каталогу компании Oriflame. И давайте начнем с темы, которую я очень люблю. Это тема по уходу за лицом. Заказала я вот такие вот три новинки, которые появились в серии Optimals. Серия с 35 лет. Серия состоит еще из более дополнительных продуктов, которые я не стала заказывать. Но я заказала для себя вот такое вот очищающее молочко. Попробовала. Прекрасный такой аромат, на мой взгляд. Какой-то травянистый. Хорошо очищает кожу. Замечательно вообще работает. Следующий продукт – это тоник из этой же серии. Пахнет он абсолютно по-другому, чем молочко. Лицо после него настолько какое-то, как будто очищено до скрипа, как мне показалось. То есть у меня комбинированная кожа, замечательно работал. Сыворотка меня, в принципе, тоже покорила. Сыворотка, она в стекле, с дозатором, очень удобное в использовании, как раз таки, когда мы на нее нажимаем, выдавливается нужная как раз таки консистенция, которой хватает нанести на область лица, кроме области глаз. И сыворотка, она, вам видно, она такая белая, матовая, и она такая какой-то такой консистенции очень интересной. После нее лицо абсолютно не блестит, что меня очень и очень вообще порадовало. Следующие продукты, которые также покажу, они будут для лица. Вместо платы за доставку я взяла средство, которое очень люблю и которое вы очень часто видите в моих покупках и в моих пустых баночках. Это средство для снятия косметики с глаз. И с губ можно это все снимать, да и вообще со всего лица. Но я пользуюсь, чтобы немножечко, так скажем, поэкономичнее его использовать, я пользуюсь, именно снимаю весь макияж с области глаз. Мне нравится, оно не щипит, оно все снимает замечательно. Вот поэтому его и выбрала. Следующий продукт – это из серии Pure Skin, серия, которая для проблемной подростковой кожи. У меня, как оказывается, тоже бывает, возникают какие-то прыщики там или еще что-то, хотя возраст уже не подростковый далеко. Здесь вот такого пипеточного плана, вот такая вот малюточка. Мне показалось, она меньше размером, чем предыдущая, но сравнив граммы, я увидела, что она также 6 мл, просто дизайн абсолютно другой. Хорошо работает, подсушивает прыщики, не дает им сильно развиваться как-то дальше, функционировать. Они подсушиваются и уже быстрее исчезают с лица. Перейдем также мной очень любимой теме, это теме парфюмов. Было очень замечательное предложение в этом каталоге, поэтому я заказала вот такой вот парфюм. Он называется Ecla Fame Weekend. У меня такой есть, у самой парфюм, но его уже почти половинка. И поэтому я решила, пусть будет про запас, потому что цена довольно-таки приемлемая. Он такой шлифует таким чем-то сладеньким, приятно свежим, я бы сказала. И он хорошо и в жаркую погоду носится, и, в принципе, хорошо и на одежде, и на мехе держится. Мне нравится этот аромат, он такой какой-то современный, ненадоедливый. И также еще заказала две малютки. Вот такие две водички, потому что близится пора уже более теплого сезона, маленьких сумочек, еще там чего-то. И хочется, чтобы это мало места занимало в косметичке. Первая вода Tenderly, у меня не было такой полноразмерной версии. И Viponly у меня тоже не было. Вот поэтому заказала две маленькие водички. Посмотрю, как они будут держаться, как стойкость, как я вообще буду себя в них ощущать. И потом уже, может быть, рассмотрю покупку уже большого флакона. Следующее супер-супер предложение, которое было в каталоге, оно и сейчас есть, потому что каталог еще действует, за очень доступную цену представлен вот этот набор. Тушь Веремми бестселлер 5 в 1, тушь The One 5 в 1, суперская тушь, она удлиняет и делает объем, и расчесывает, ну, классная силиконовая кисточка. Everlasting тоналка я приобрела в цвете фарфоровом. У меня был ранее другой немножко оттенок. Мне показалось, что он для меня желтоватым, и я решила более взять светлый оттенок. Вот такой вот. И помада. Помада вообще, у меня давно не было такой помады.
Я уже забыла, какая она. Она настолько вкусно пахнет, но сейчас я уже ее хорошо попользовала вот за эти дни, потому что я когда ее увидела, мне она так понравилась. Это у меня номер 309-84. Значит, она состоит в серединке стержень, абсолютно такой прозрачный, это бальзам, потом идет блеск, а потом идет по краям цвет. Но сейчас, когда вы пользуетесь, это все перемешивается. И получается вот такой вот красивый оттенок. То есть какой-то розово-малиновый, 309-84, еще раз повторюсь, ее номер. Следующее, что я вам хочу показать, ну давайте я вам покажу уже аксессуары, мы же их так любим. Первое, что я вам хочу показать, это вы уже, наверное, видите и обратили с самого начала, это вот новинка, это серия Моника, вот это вот ожерелье. Я его сейчас завязала как чокер, потому что там сзади ленточки, которые позволяют регулировать вам длину. Вы можете его и подлиннее сделать или еще как-то, но с моим платьем это бы не подошло. Нужно было бы тогда, если длиннее завязывать, нужно было бы однотонное платье. Поэтому я завязала его вот так вот, интересно обыграв. Пробовала я его завязывать и на волосы, как повязка, тоже интересно смотрится. Плотно, если завязать и сделать большой бант, можно использовать как браслет. Следующее, что из этой серии я заказала, из серии Моники, это вот такой вот кошелек. Даже небольшой, я бы сказала, органайзер двух отделов. Здесь вот такой вот отдельчик. В принципе, если у вас не сильно большой телефон, он сюда войдет. А мой телефон входит только вот в этот вот большой уже отдел. И здесь вот такие вот кармашки для именно пластиковых карт. Достаточно, в принципе, удобно, как для, даже я бы сказала, как для водителя. Положил телефон, пластиковые карточки, можно засунуть и права, там, страховку, ключи от дома бросить. И, в принципе, уже даже взять его только... его без сумки. А если сумка без карманов, какая-то пляжная или большая, или еще что-то, все, в принципе, такие мелочи влезут сюда, и никуда это ничего не денется. В распродаже приобрела, давно хотела, это вот такой кошелек пастила. Интересный кошелек, девчачья такого оттенка. Открывается он вот так вот интересно и выглядит внутри вот так, смотрите, красиво. Здесь у нас можно положить какие-то бумажечки, купюры, визитки. Здесь у нас можно положить мелочь, потому что отделение на замочке. Ну, такой гламурный, конечно, сюда очень много не влезет, но красивый, гламурный такой, я бы сказала, какой-то портсигар. Следующее из новинок и аксессуаров я вам хочу показать из серии «Морская волна» вот такой вот платок. Платок, в котором 4 кисточки, он квадратный, настолько тонкий. Состав его, это у нас хлопок на 20% и полиэстер 80%. Ну вот, смотрите, такой большой квадратный платочек, то есть... вы уже там его как хотите, если вы хотите, чтобы кисточку было видно, вы можете ее как-то делать как хотите, чтобы ее было видно вот здесь, да, или нет. Кисти по краям можно завязывать, их как раз-таки тоже будет видно. Ну, в общем-то, мне понравился такой оттенок, и я все-таки решила его приобрести. Хотя очень уже много шарфов, но все-таки не удержалась от этой покупки. Следующее я приобрела для волос. Вот в первый раз купила вот такой вот восстанавливающий кондиционер. Попробую, интересно. Сейчас пользуюсь маской из этой серии, мне очень нравится. Поэтому, думаю, нужно еще и кондиционер обязательно взять. Поэтому взяла. Пришло мне еще масло Элева с предыдущего каталога восстанавливающее. Масла много не бывает, тем более оно было за такую цену. Оно все равно у меня быстро заканчивается, потому что волосы длинные, и его достаточно хотя бы два раза нажимаю, но так как голову мою часто, оно очень быстро все равно у меня заканчивается. В распродаже взяла такие вот бритвенные станки. Я так понимаю, их меняют, и будет в наборе уже не 2, а 3. Это очень выгодно, я, в общем, этому рада. По выгодной цене и предложению купите два за более выгодную цену, я приобрела для всех своих членов семьи вот такие зубные щетки, чтобы поменять, и у всех они были разные. Какие-то твердые, какие-то более мягкие, поэтому зубные щеточки вот тоже взяла. Также была очень выгодная цена на зубные пасты. Купи по 2 любой, и цена будет намного дешевле. Вот я приобрела их 4.
Паста это, сами знаете, это каждый день пользуемся, оно быстро используется. Приобрела для себя wellness pack для женщин. На 21 день мне хватит. Очень люблю и доверяю этим витаминам. У меня действительно хорошие результаты, когда я их пью. Вот стоило мне только буквально их бросить и думаю, ну попью какие-то другие витамины там для волос и ногтей. Ну что вы думаете? Ногти посыпались, а это первый признак того, что действительно не хватает чего-то в организме. И поэтому нет. Вот попробовала, поэкспериментировала, нет, больше не хочу, спасибо, не нужно. Никаким аптечным больше не доверяю. Вот только вот, вот это вот. И похвалюсь вам, по программе «За приглашение» я получила вот такие вот наушники. Поэтому, если вы хотите получать вот такие вот подарки от компании абсолютно бесплатно, или даже за рубль они мне пришли, я даже, если честно, не помню, то напишите мне под этим видео, я вам расскажу, как получать такие подарки. Вот. Хотите приобретать тоже продукцию со скидкой, тоже напишите мне. Ну и это вот все мои покупки, которые были по четвертому каталогу от компании Oriflame. Поэтому, если вам понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите комментарии. Обнимаю, целую. Всем пока-пока!